Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Зойкина кухня. Сегодня приготовим фаршированную лапшу. Для этой цели я приобрела упаковку лапши длинной. В инструкции написано, что время приготовления лапши 6 минут. Мы отварим лапшу до полуготовности в течение 3 минут. Для фарширования лапши нам понадобятся еще такие ингредиенты. Фарш, томатный сок, сыр, специи, чеснок, лук, зелень, сметана. В кипящую, слегка подсоленную воду в один слой опускаем нашу лапшу. В упаковке их было 14 штук. Отвариваем ровно половину до полуготовности. Лапшу вытаскиваем на друшлаг и даем стечь воде. Когда варим лапшу, стараемся, чтобы гнезда не распались. Выкладываем гнезда в форму на расстоянии друг от друга, чтобы они не слиплись. Приваренные гнезда разложила по двум формам. А теперь приготовим начинку. Фарш выложим в большую емкость. Лук мелко нарежем и соединим с фаршем, перемешаем. Посолим, поперчим. По желанию добавим приправы для мяса, перемешаем. Из полученной смеси сформируем 14 шариков. Шарики выложим на гнезда. Слегка примнем. А теперь приготовим соус для нашей лапши. Возьмем томатный сок, добавим сметану. Добавим пропущенный через пресс чеснок и зелень. Хорошо перемешаем. Добавим воды, посолим и поперчим. Заливаем лапшу полученным соусом. Украшаем сладким перцем и отправляем в заранее разогретую духовку. Почти в конце готовки присыпаем наши гнезда сыром. Присыпаем наши гнезда сыром и выпекаем до румяной корочки. Ну что, дорогие друзья, получилось вкусно и очень сочно. Мы в форму выложили гнезда на расстояние друг от друга, и поэтому очень удобно раскладывать порционно. Когда гнезда запекаются в духовке, периодически поливаем их соусом. Такое блюдо можно приготовить и на каждый день, и к приходу гостей. Подоспела и вторая порция. Приятного аппетита, дорогие друзья! С вами была
Зойкина кухня. Всем пока-пока!